I started rowing. Şeyden zaten bir tane şey. Right.
Başlıyoruz. Başlar 9.30'da başlayacak.
Ya
Thank you.
آقا از امیر اشرافی بود. Thank you.
Ahmad Mehmet Efendi. Ali Rıdacarlar Atan'ın çocuğu. Rıdacarlar Atan'ın çocuğu. А, отойди, ты как вот несчастливый. Как подойдешь, он только. А он наоборот. Да, ну стой, стой, ладно. Thank you.
Еще не понимаешь, он так будет добивать, пока не уйдет. Не Марс, ну, да что, двумя легче? Это раз. Второй он мог бы... партию может выиграть. Партию он не мог. Ну, я же на Марс иду, я обязан любой идти на Марс. Любой использовать. Вторая доска английской сборной.
Один побил. Ошибка была перед 5-4 входом, когда две пришлось открывать. На мой дилетантский взгляд. Он присылает мне потом партии. В Фейсбуке, друзья. Ничего, куда он пошел. Не доходил, ушел, блядь, пиздец. Ты пойми, мне Марс устраивает, я обязан идти на Марс, по-любому. Обязан. Шанс обалденный. А так давать ему уходить от Марса. Меня шаш, он и забьет, и уйдет от Марса, понимаешь? Он уйдет от Марса. Я же обязан на Марс играть. Да может, не ушел. Ну ты помолчи, ты лучше слушай, ёпкать, он, блядь, твою вставляет. Как двумя его задержать? Нужно же эти две еще занести и вынести. Ну объясняй, чё? He's just being sick now, so... Be on his way back sooner, I'm sure. That's neat. Yeah, why not? Beat me, it's not. Drag me. Больше-то? Ну объясни, чё? Почему? Двумя ж потом зайти сложнее, пока он будет убегать. Ну, допустим, его... Ты видишь, у него все шахты распылены, дома нет, не понимаешь? Понятно. Ну. Да как тебе лучше, против одной бороться или против двух? Вот тебе надо всю эту дикую толпу шашек завести, как тебе легче? Ну, естественно, против двух сложнее. Браво. Ну. Это в худшем для меня случае. А в лучшем я закрывал эти деньги. Это какая стадия? А? Она четвертая? Что хуй знает. Что там думать о стадии? Thank you.
Так, я еще раз.